Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту, который только что встал на предстарт. Проект называется «Новогодний». Вот. И старт проекта у нас будет 1.01.21.00. Новогоднюю ночь. Друзья, такого проекта еще на просторах интернета не было. Вот в этом видео я хочу пополнить баланс. Напоминаю, вход здесь всего 100 рублей. Автоактивация начнется 31.12.2020 года в 23.30 и закончится в 23.55. Ну а здесь вот маркетинг, прочитайте. Шикарный маркетинг. Еще такого не было. Я же войду в кабинет и пополню баланс. Уже в кабинете. У меня по нулям. Есть, напоминаю, здесь чат проекта. В чате присутствует администратор. И можно зайти в чат. И если будут вопросы, задать вопрос. Обратите внимание, вот здесь слева пополнить баланс. Здесь у нас все платежки какие: Payeer, Фрикасса, Яндекс, Киви, Visa, MasterCard. Я с Payeer буду. Ввожу сумму 100 рублей. Так. Пополнить баланс. Угу. Что-то меня перекинуло не туда. Возвращаюсь. Я куда-то не туда нажала. Так. Пополнить баланс. Так. Фрикасса. Выбираю клику Payeer. Так, видите. Ага, email. Надо ставить английский. Так, .com. Перейти к оплате. Подтвердить. Делаю все в режиме онлайн. Так, идем на почту. Так, копирую код. Войти. Далее. Подтверждаю. Так, ну что? Вот так, все успешно оплачен. Теперь надо идти. Сейчас зайду. Господи, не туда нажал. И вот у меня на балансе, друзья, стало 100 рублей. Я пополнилась. Пополнение открыто. Давайте попробуем кликнуть сюда.
Новогодний. Активация завтра до старта проекта. Но тем не менее, будет автоактивация. Это чисто так, из любопытства. Вот. Ну, кабинет пополнен. Все супер. Вот. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Активации будут по дате регистрации. Так что успеваем занять место. Нужно успеть. И я думаю, за 65 дней каждый может пригласить себе партнеров, то есть рефералов. Вот. Время будет как бы предостаточно. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Проект суперский. Такого еще как бы... Я такого проекта еще не встречала. Ну, согласитесь, друзья, очень интересно. Ну, меня вот зацепило. Всем удачи, до новых встреч.